Они воюют за деньги, наемники, у которых нет понятия чести, поиска чести и достоинства. Мы будем воевать за свою родину, за своих детей, жен и матерей. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Дмитрия Ленинбаса. Стояла между ногами, как царь Молотова. Ну, я очень плохо говорю по-русскому языку. Ну, что? Нас понимаете, что я буду говорить. Когда я в телевизоре смотрел, что вино здесь, на Украине, мне не сбило не приехать всем на юго-восток. Ну и почему? Ну вы видели, что было в Одессе? Как там Нацгвардия? Как там жади? Сколько людей убиты? Это невозможно остановить домой. Ну и я вижу вас немного. Но почему вы уже не были? Я приехал за вас. Но и вам нужно идти бой.